Товарищ начальник, второй отряд третьей эскадрильи верный вам школы готов к учебным полетам. Здравствуйте, товарищ! Здравствуйте! Продолжайте. По самолетам! Заводить моторы! У вас, товарищ командир звена, хвосты передирают при взлете. Следить нужно. Есть, товарищ начальник. Иван Матвеевич! Я 16 лет водки не пью, и то мне не скучно. Летануть бы на дальность, в Каир, Египет. В Египте, говорят, самогон из риса гонят. У вас, чертей, нет романтики? Подумаешь, какой выискался, Евгений Онегин. Кто? Евгений Онегин. А.
Это кто я? Все равно Евгений Онегин. А. Смотри, смотри! Да. Ух ты! Что делаешь? Интересно, кто это? Наверное, Беляев. А кто ж другой так может? Ой-ой-ой. Эх, вот так бы летать. Иди ты! Вот что, Беляев. Ты что эту пантеру изображаешь? Эх, и девушка, как слетала. Так вот, Беляев, завтра шефы нам новый самолет передают. Митинг небольшой будет, потом пробный полет. А кто полетит на новой машине? Если без фокусов, ты. Если без фокусов. Есть, товарищ.
Да, вот что, Быстров. Поздравляю вас с первым самостоятельным полетом. Хорошо слетало. Хорошо. Очень хорошо. Нет, хорошо. И загорело. Вот. Товарищ начальник. А? Зачем у вас такая борода? Что? Ну-ну. А что, нехорошо, если борода? Атавизм. О. В 20-м году на гробах летали, и ничего. А тут подумаешь. Вот я доложу начальнику, а там ваше дело. Хрущев! Хрущев! Такая сила, то лучше с нами не шутить. Товарищ начальник. Да-да. А сейчас, товарищ, на вашем самолете командир отряда Беляев пойдет в воздух на высший пилотаж. Товарищ начальник, опять ляпсус получается. Задержать полет. Полетела бы так. Характер мой допущает. Науки нет. На смерть. Неужели расшибся? Заноси хвост!
Вы готовы? Готова. Можно отправлять. А с вами что? Ничего. Отправляйте. Повыше. Так. Давай. Что, доктор? Очень. Пустяки. Фрактура оси с брахия и амбустура 3. А по-русски, доктор? Это очень опасно. Да выздоровеет ваш Беляев. Предъявите пропуск. Гражданин. Гражданин. Я здесь. Гражданин. Здорово, орлы. Здравствуйте, товарищ командир. Здравствуйте, товарищ командир. Пять ляпсов, товарищ Быстрова. Беляев! Выздоровел! Вот здорово, что ты выздоровел. Ну? А мы вас здесь здорово прорабатывали. Самокритику на полные обороты развернули. Понимаешь, что выяснилось? Рогачев правильно говорил. Была недооценка этого, ну, фактора дисциплины. Вы должны отмежеваться, Сережа. Отмежеваться? От чего?
от недооценки фактора дисциплины. Чужие слова, товарищ Быстрова. Своих нет. Бородку трогать не будем? Будем. Вполне полноценная бородка, товарищ начальник. Атавизм. Ага. Это как? Это, братец, когда похоже на обезьяну. Прибор. Вам в зону вверх колесами летал. Ой, колеса. А ну, погодите, тихать минуту. Безобразие. Вот правда. Височки, височки, товарищ начальник. Барышня наша. Кто? Быстрова, товарищ начальник. Быстрова. Что делает? Отставить Быстрова от полета.
вопрос поставим на бюро. Компот. Наша страна, это мы. Но когда молодость подменяется молодечеством, а героизм фокусами, то мы это называем пошлостью. На Западе этим хлеб зарабатывают, а мы это называем пошлостью Быстрова. Правильно. Стратосферу Быстрова завоюют ученые и инженеры. Они эквилибристы. Нет. Стране нужно что... Тише! Рогачеву опять плохо. Проходите потише. А что случилось? Ничего. Некогда, Митяй. Ну, теперь переходим к вальсу. Основная фигура вальса, товарищи, балонце. Покажу. Покажу. И... Приговор окончательный. Обжалованию не подлежит. Летать не дадут. Фу,
Девочки, помягче. Торс попрямее. Так. Меня не перевоспитаешь. Сделать из меня вагоновожатого в воздухе Рогачеву не удастся. Беляев и Галенька родятся, а не воспитываются. Уедем, Галенька. Уедем на юг. Разрешите, товарищ командир? Ух ты, герой! Здравствуй! Здравствуй, здравствуй, Митяй. Что, Сережа, никуда я не поеду. Я буду летчицей. И разошлись, как в море корабли. Войдите. Вы? Хочу поговорить, товарищ Рогачев. Ну, садитесь. На бюро, товарищ Рогачев, вы правильно. Абсолютно правильно вопрос ставили. Но я там не могла объяснить, в чем тут... Ничего. Штука. Мы все уважаем вас. Ну, в общем, здорово уважаем, товарищ Рогачев. Угу. Штука тут в настроениях. Угу. В общем, тема абсолютно неинтересная. Нет. Почему же? Товарищ Рогачев, это сын ваш? Племянник. Так на какую же тему у нас разговор-то? На любовную. Он связан с авиацией. Совершенно невыдержанный. И абсолютно не должен мне нравиться. И вот абсолютно не хватает комсомольской выдержки, чтобы он мне не нравился.
Вы вот 20 лет в партии, товарищ Рогачев. Ну вот как тут быть? Казус. Да, казус. Послушайте. А ведь он парень ничего. Беляев-то. То есть человек. Это. Ну, запутался немного. Помочь надо. Значит, ничего? А я думаю, что ничего. Я помешала? Простите. Быстрова, а что он думает дальше делать? Может, здесь? Не думаю. В чем тут дело? Ух ты, темень какая. Ничего не видно. Где здесь выключатель? Ах, вот выключатель. Сергей, а я тебя искал. Дело есть. Ты меня выручить можешь. Это насчет моего самолета. Чертежи к нему уже готовы. А меня в больницу кладут. Ты не взялся бы протолкнуть их в институте? Договорились. Зайдешь ко мне. Эх, вы, герой. Опять ляпсов. Тихо, ребята. А. Вон он. Давайте, чего? Идите. Идите сюда. Здравствуй, Шугачев. Здравствуй, товарищ начальник. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ начальник. Как здоровье? Ну, как здоровье, товарищ начальник? Здоровье ничего. Что у вас? В школе как дела? На разведку перешли, товарищ начальник. Ночью стартуем. А вот группа Кобзева на трехмоторный перешла. План выполняем на 112. Летные часы действительно все, товарищ начальник. А вот, товарищ начальник, третьего дня случай у нас был. Полетел это Яндульский вокруг этой самой зоны. Летит,
Глядь, у него в нижнем башке. Иди перекрыть. Он краном, да с перепугу забыл, где они. Пока туда-сюда потерял высоту. Мотор стихает, вот-вот. Мы все разом посмотрим, чего он там ковыряет. Дадим командир третьего звена в машине к нему. Подошел к ним, мотор выключил и планировал. Но тот догадался, кто уже выключил мотор. И дали. И тут и это. Йоти. Заставляют. Да, кстати, не люблю я эти пульвис вентрикулис. Приготовьте комфору, физиологический раствор, буду вы знать. Скорость 2000 километров, высота подъема 100-200 километров, теоретически доказано. Вот и я хочу на старости лет воздухоплаватель записаться. Ну, кто тогда со мной на Марс? Я товарищ Рыгачев. Товарищи. Ну, доктор, ведь это все свои ребята. Ну... Товарищи. Товарищи, медицина требует покоя. Айда. Идемте. До свидания, товарищ начальник. До свидания, товарищ начальник. Букет. Быстрова останется. А глаза-то у вас, оказывается, карие. А вы думали? А я думал, серые. А летать-то мне быстрого, пожалуй, больше не придется. Мальчишка, я их у соседей воровал. А вы очень от этого страдаете, что летать? А глаза-то у вас, оказывается, карие. Меня? Пожалуйста, больной. Осторожно.
А день-то сегодня? Летный. Ну, до свидания, Быстрова. Идите, летайте. Николай, эй, а ты куда едешь-то? Твой самолет 18 августа выпустит. А, Галя. Здравствуй, Галя. Здравствуй, Беляй. Ну, как жизнь? Хорошо. Что у тебя? Что же у меня? Получил предложение заведовать испытательной частью института. Талант, видишь ли, новый открыли. Положи цветок, Беляев. Да, так вот, талант новый открыли. Вызывает меня директор института вчера вечером и предлагает заведовать испытательной частью. Ну, сама понимаешь, испытатель... Рада за тебя. Счастливо. Come on.
Ну, счастливо. Я к телефону. Рогачеву звоните. Вы не понимаете, Жорж. Ну, поймите, Жорж. Гражданка, Жорж все равно ничего не поймет. А вы пропускаете интереснейший момент. Самолет сейчас будет исполнять фокстрот в воздухе. Я слушаю. Кого надо? Дергачева? Кого надо? Горбачева? Рогачева, я вас слушаю. У телефона. Рогачев, слушай, передаю полет. Эй, гражданин. Буду все рассказывать. Слежу по секундомеру. Гражданин, эй! Гражданин! Алло! Ну что ж ты молчишь? Гражданин! Алло! Она дает полный газ. Товарищ, задайте мне! Уйди отсюда, нянька! Самолет оторвался в 4 секунды. Эй, тихо, ребята. Алло.
Вот. Я. Боже мой. Идите обратно, надо ложиться, слышите? Ой, упрямый какой, да ведь доктор заругается. Профессор! Всех по койкам, а Летуна выписать, он мне всю больницу на воздух подымет. Здравствуйте, товарищ начальник. Здравствуйте, Кобзев. Быстрова. Вы сюда? Угу. Подождать? Угу. Есть, товарищ начальник. Правильно. А, Галя. Ну, здравствуй. Здравствуй, Ковзи. О, хороша. Ну, ладно, ладно. Ну как, путевку получила? Получила. Тебя куда? Посылают за рыбой гоняться. На Каспи, на рыбную разведку. Что, ну да. Словом, линии важны. Имеет и оборонное значение. Нужен такой человек, как ты. Одно только не близко. Ну как? Не мешают друг другу? Понимаешь? Не то, что близко, а прямо, надо сказать, далековато. Пей, чай. Почему не пьешь? Не соврать тебе 1012 километров. Ну, что-нибудь вроде Сахалин тебя устраивает? Солнце там есть? Самое восходящее. А партия? Есть. А власть советская есть? Это есть. Ну, то, что ты страдаешь, пиши. Правильно, Рогачев. Капризный ваш мотор.
Не владела я им еще как следует. Спасибо, Беляев помог. Беляев молодец. Как всегда. Мы с ним одним организмом должны стать. Вот чего я добиваюсь. А он как? А он все чихает, все стонет. Кто чихает? Беляев? При чем тут Беляев? Да вы про кого? Я про мотор. Ах, про мотор. А я про Беляева. Сколько вам лет? Ну, много, много. Сколько? 20. И вы никого не любите? Нам выходить. Галя, что вам сказали в Бучраспреде? Отправляют на линию. Куда? Предлагает Памир. А сколько километров от Памира до Сахалина? Я думаю, 10-12. Я буду тренироваться, и я совершу этот перелет. Москва, Хабаров. Ну? Адрес,
Скорлупа при царе была. А что ж теперь? А теперь командировка. О. Это кто ж тебе сказал? Тетя Быстрова. Тетя Быстрова? И что же она тебе сказала? Сказала, что приеду к тебе из командировки. К тебе приеду. Зачем же это она к тебе приедет? Она меня любит. Тебя? Меня. Ну да, конечно. Yeah.